Часто в своих видео я провожу параллели между российско-украинской войной и теми войнами, которые Российская Федерация развязала до вторжения на украинские земли. И очень-очень-очень часто зазомбированные россияне пишут комментарии, прям как по методичкам из российских СМИ. Мол, а расскажи-ка мне о том, как американцы бомбили Ирак, или расскажи о Югославии, или больше всего мне нравится, когда вспоминают о том, как был геноцид индейцев на территориях современных США. И тут я искренне не понимаю этих людей. Тут два варианта. Либо их уровень интеллекта не может понять очевидных вещей, даже если какие-то люди одной нации устраивали геноцид другой, как в случае с индейцами несколько столетий назад. Кстати, в то время на территории современной России было нормой избить плеткой до смерти крепостных людей. То это не дает никакого права делать точно так же. То, что кто-то совершил какое-то преступление, это не значит, что тебе тоже можно совершать это преступление. Если даже забыть о моральной составляющей, хотя на самом деле об этом никогда нельзя забывать, есть законы, а за нарушение законов следует наказание. Ну да ладно. Второй вариант про таких комментаторов, как мне кажется, намного хуже. Они четко понимают, что они делают, четко понимают, что они совершают преступление. И просто пишут себе оправдания, придумывая отмазки и потом сами верят в них. К примеру, я недавно узнал, что российские СМИ делают репортажи о том, как Россия восстанавливает Мариуполь, при этом показывая видео домов в сюжете с жилмассива «Ветер перемен» из Санкт-Петербурга. Низость и позорность этого зашкаливает. Россияне, верующие в великого Путина, посмотрите Google карты. Они уже обновленные. Посмотрите, сколько домов разрушено в Мариуполе. Сколько жизней загублено. Хотя нет, Google — это ж Запад, они врут. Это все фотошоп. Ну тогда возьми и поедь, россиянин, сам туда, пока еще можешь, потому что очень скоро Мариуполь вернется под контроль Украины. Так о чем это я? Просили рассказать о Ираке? И я расскажу, причем в самых сочных подробностях. И как бы это глупо ни звучало, всегда делая такие видео, есть маленькая надежда, что зазомбированные люди хоть что-то допоймут. Ну а не зазомбированные просто узнают историю, что же произошло в Ираке и почему это связано с Украиной. Меня зовут Семен, канал Мегашоу ТВ. Начинаем. Предыстория конфликта. В 1988 году закончилась ужасная и кровопролитная война между Ираном и Ираком. Но мы не будем сегодня ее разбирать, потому что это тема целого ролика. Могу лишь только сказать, что страны, в которых правит диктатура, воюют всегда. Это основа их правления. Война помогает таким, как Гитлер, Путин или Саддам Хусейн, править на протяжении десятилетий, пока их не постигнет смерть. Так вот, после Ирано-Иракской войны страна была в полном кризисе и полуразрушенная. Чтобы Саддаму Хусейну удержать власть, ему срочно нужны были деньги. А рядом с Ираком находилась такая страна, как Кувейт, которая на тот момент была одной из богатейших стран мира за счет добычи нефти. И как вы думаете, что сделает диктатор, у которого власть уходит из-под ног, но в распоряжении которого есть много солдат, закаленных войной годами? Я думаю, вы ответили правильно. Саддам Хусейн придумал причины для того, чтобы напасть на соседнюю страну и отобрать ее богатство. Причем эти причины, как ни странно, многие из вас уже слышали. Саддам Хусейн говорил, что Кувейт – это исконно иракские территории. Ведь когда-то давно эти земли были вместе в составе Османской империи. Что Кувейт – это искусственно созданная страна, и пришло время восстановить справедливость. Ирак не вторгается в другую страну, а оказывает помощь народу, который восстал против киевского режима. То есть против кувейтского. Эх, я уже с этой ложью этих диктаторов совсем запутался. Хусейн потребовал простить Ираку, по разным данным, в разное время от 14 до 30 миллиардов долларов. И еще ему не нравилось, что Кувейт добывает слишком много нефти.
То есть, что люди там живут хорошо. Но обвинил, что Кувейт ворует у Ирака нефть. Естественно, не обошлось без массированной пропаганды во всех средствах массовой информации. Кровавый диктатор видел в Кувейте еще одну территорию, которую он мог бы аннексировать и использовать для укрепления своей власти. Это бы помогло ему расширить влияние на Ближнем Востоке, да и в принципе подняло бы государство на мировом уровне. Грубо говоря, чем свободнее выход к воде у страны, тем больше у нее потенциального влияния и заработка. Этим же, кстати, занимается сейчас и Путин в Украине. Он хочет украсть все территории, которые имеют выход к морю. Еще тут хочу отметить небольшое сходство этой войны с нынешней войной в Украине. Ирак больше, чем Кувейт по размерам, примерно в 25 раз. Россия больше Украины в 28 раз. История человечества достаточно сложная штука. И надо реально признать, что многие века работал принцип «кто сильнее и больше, тот и прав». Но если руководствоваться такими принципами, никогда не будет мира на Земле. Поэтому мы сейчас живем в самое цивилизованное и безопасное время во всей истории человечества. Пришло время перемен, и международные законы запрещают просто так брать и воровать у соседа, чего старым диктаторам не понять. Далее было очень много разных событий, похожих на те, что были перед нападением России на Украину. Различные заявления, требования, переговоры с главами различных стран. В частности, 24 июля президент Египта Хосни Мубарак в качестве посредника посетил Кувейт, Ирак, Саудовскую Аравию и 25 июля объявил о согласии Ирака и Кувейта сесть за стол переговоров. При этом, согласившись на переговоры, Ирак стягивал войска к границам Кувейта. Туда 24 июля были переброшены 30 тысяч солдат и 200 танков. А через неделю численность багдадских войск в этом районе достигла 100 тысяч человек. За день до преступного нападения 1 августа 1990 года в Джидде начались ирако-кувейтские переговоры, но через 2 часа они были прерваны. Багдад специально выдвинул ряд невыполнимых требований в адрес Кувейта, надеясь, что кувейцы просто откупятся от них деньгами. Понимаете, в чем сложность таких вещей? Ни за какие деньги нельзя купить человеческие жизни. Следовательно, можно подумать, ну, заплатил бы Кувейт денег, не напал бы на них Ирак. И мой ответ – да, я думаю, действительно, он бы не напал 2 августа 1990 года. Но я уверен на 200%, что через маленький промежуток времени они бы потребовали еще, а потом еще, до тех пор, пока Кувейт не сможет платить. И тогда бы они все равно напали. Только они бы за это время были бы сильнее. Поэтому Кувейт отказался выполнять требования Ирака, и Хусейн напал на страну. Вторжение и оккупация. Назвать полноценной войной то, что произошло на следующий день после несостоявшихся переговоров, сложно. Скорее, это была практически мгновенная оккупация Кувейта соседней страной, которая стала причиной последующей войны в Персидском заливе между Ираком и коалицией во главе с США. Я думаю, Путин ввиду своей недальновидности тоже думал, что с Украиной будет примерно так же. Ну, в смысле того, что он ее быстро за 3 дня захватит. Наступал Ирак танковым коридором. Это было быстрое наступление танковых дивизий в стратегически важных направлениях, чтобы установить контроль над городами и их инфраструктурой. Кроме того, иракские силы также использовали множество вертолетов для транспортировки войск и доставки грузов. Из-за того, что Кувейт не был готов к агрессии и имел очень ограниченные возможности для защиты своих земель и населения, захватить его территорию у иракской армии вышло быстро. Кувейтские военные силы были плохо организованы, да и в принципе нельзя сказать, что Кувейт уделял достаточно внимания своему военному потенциалу. Армия там была просто не готова к вторжению. А сам Ирак был подготовлен к вторжению заранее. Он разместил свои войска вдоль границы с Кувейтом и использовал маскировку и другие тактики, чтобы скрыть свои действия и внезапно нанести мощный удар по соседней стране. Грубо говоря, в Кувейте очень небольшой процент людей верил в наступление. По западным оценкам, силы вторжения Ирака составляли 120 тысяч человек и 350 танков. К концу 2 августа практически вся кувейтская территория оказалась под контролем иракских войск.
Из 950 нефтяных скважин в Кувейте иракцы подожгли около 600. Они повредили нефтепроводы, насосные станции, нефтяные терминалы и все основные нефтеперерабатывающие комплексы. После оккупации государства власть в захваченном Кувейте была передана ставленнику Багдада, полковнику Алла Хусейну Али, возглавившему свободное временное правительство Кувейта. А 8 августа так называемое свободное временное правительство Кувейта обратилось к Хусейну с просьбой о том, что Кувейт должен вернуться в лоно родины – Великого Ирака. Эта разыгранная политическими актерами просьба, как ни странно, была удовлетворена. Ирак объявил о включении Кувейта в состав страны на правах 19-й провинции. Мне интересно, еще хоть кто-то думает, что история не циклична, что она постоянно повторяется. Период оккупации Кувейта иракскими войсками, который длился с августа 1990 года по февраль 1991, был для кувейтцев настоящим адом. Тут как раз можно провести идеальную параллель между авторитарными государствами, известными своими войнами, между Россией и Ираком. Их действия после оккупации желаемых территорий абсолютно не отличаются и характеризуются особой жестокостью. В 1990 году иракские войска ввели новые правила и ограничения, которые были направлены на открытое уничтожение граждан Кувейта. Сначала иракцы разграбили банки, магазины, офисы и дома. Все ценности, ювелирные изделия, деньги и другие драгоценности были украдены, а многие здания были разрушены. Затем иракские власти ввели жесткий контроль над населением. Были запрещены все политические и религиозные организации, все СМИ были закрыты, а свобода слова и мнения была полностью подавлена. Ирак ввел новые законы, которые запрещали многие виды повседневной деятельности, например, использование телефонов, передачу денег за границу, ношение западной одежды и слушание западной музыки. Все нарушители были подвержены строгим наказаниям, включая арест, тюремное заключение и даже казнь. Политика Ирака в отношении Кувейта была направлена на создание новой провинции под названием Аль-Ирак-Аль-Кувейт. Помимо жестоких ограничений жизни простого народа, иракское правительство открыто использовало Кувейт для выкачки ресурсов, включая ту самую нефть. В августе 1990 года иракские войска захватили все нефтяные скважины Кувейта, а затем начали выкачивать и продавать нефть на мировых рынках. Это привело к значительному экономическому ущербу для Кувейта, а также к резкому увеличению цен на нефть на мировом уровне. Также во время оккупации Ирак проводил ряд экологических преступлений, таких как поджоги нефтяных скважин, что привело к крупным нефтяным разливам, загрязнению окружающей среды и повреждению здоровья людей и животных. Кувейт был изолирован от мира, а население столкнулось с ограничениями в доступе к продовольствию и лекарствам. В целом, оккупация Ирака нанесла серьезный ущерб Кувейту, как экономический, так и социальный. В то время, пока иракцы богатели на соседях, кувейтцам было нечего есть. И это только как минимум. То же самое происходило и на оккупированных украинских территориях, пока Россия выкачивала ресурсы из Украины. Люди в оккупации в прямом смысле слова выживали, потому что не было ни еды, ни лекарств, ни банальной бытовой продукции. Знаете, вот говорю об этом с вами, и мне вспомнилась одна новость последних дней. У меня просто нет слов. 28 апреля россияне в очередной раз взорвали обычную высотку с обычными мирными жителями в Умани, которая за большое количество десятков километров от линии фронта. Погибло более 20 человек, в том числе 5 детей. Когда я об этом узнал, у меня почему-то появилась мысль совсем о другом, что сегодня россияне будут дополнительно еще и Донецк обстреливать, ведь они всегда так делают. Это такая тактика, построена на том, чтобы обвинить только Украину в своих преступлениях. Мол, смотрите, это нормально, это война. И естественно, такими вещами они пытаются разжечь ненависть и в очередной раз обмануть. И вот после обстрела в Донецке мне бросилась одна новость, на которую, я думаю, многие не обратили никакого внимания. Единственный, и здесь я подчеркну, единственный в ДНР аппарат
МРТ. Самое интересное, для любого украинца шок это услышать. А россиянин, наверное, даже не поймет, что не так в этой новости. Донецк до прихода туда русского мира был огромным европейским городом с очень развитой инфраструктурой и медициной. Уже в 2013 году по архивам интернета я насчитал, что в этом городе было не менее 10 клиник с МРТ. С 2014 года город находится под оккупацией РФ. Как же так получилось, что за 9 лет все украинские МРТ пропали и осталось только одно МРТ? Кто украл остальные МРТ? Если у Украины все это время физически не было доступа к Донецку, кто это сделал? Подпольные бандеровцы? Неужели у зазомбированных людей настолько не хватает ума понять такие простые и очевидные вещи про русский мир? Ну как можно не понимать настолько очевидных вещей? Извините, отвлекся, наболело. Пусть ответят зомби из России в комментариях, где МРТ. Да, и кстати, заглядывайте в мой телеграм-канал, где такие вещи я пущу быстрее, чем выходит видео. Как отреагировал мир? С самого начала вторжения весь мир стал на сторону Кувейта. Это привело к мгновенной мировой реакции и формированию коалиции под руководством США. Так, 2 августа 1990 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой осудил оккупацию Кувейта Ираком и потребовал немедленного вывода иракских войск. Хусейн молчал, а его армия продолжала идти на жестокие преступления, поэтому мировые лидеры приняли еще несколько резолюций. Был введен запрет на передачу Ираку оружия и военного оборудования, а также финансовой и экономической помощи. После страны еще раз дали возможность Хусейну спокойно закончить войну, но диктатор снова всех послал. В результате постоянных отказов Ирака сложить оружие 29 ноября 1990 года Совет Безопасности ООН принял еще одну резолюцию, номер 678, в которой дал полномочия для применения силы в случае, если Ирак не соберется вывести свои войска из Кувейта до 15 января 1991 года. Несложно догадаться, что иракские власти снова проигнорировали шанс на решение конфликта мирно. Это стало последней точкой в попытках государств закончить войну словами. Именно поэтому на жестокие действия Ирака мир отреагировал соответствующе и провел известную военную операцию «Буря в пустыне», целью которой было полное освобождение Кувейта от оккупации. Причин на это было много. Во-первых, Ирак нарушил принципы Хартии ООН. Вторжение в другую страну было открытым нарушением международного права. Во-вторых, Хусейн поставил под угрозу мировую стабильность и безопасность. Его диктаторские действия могли создать прецедент, который побудил бы и другие государства добиваться желаемого таким же военным путем. В-третьих, беспорядок на международном уровне привел бы к огромным экономическим кризисам, а иракские игры с нефтью привели бы к реальной экологической катастрофе и стихийным бедствиям. По-другому мир отреагировать не мог, иначе бы Ирак просто воспользовался бы молчанием государств. Кроме того, все шансы на мирное решение вопроса у диктатора были, но только он же мирно ничего решать не хотел, да и не собирался. Кстати, на тот момент СССР, как и все, выступал против иракской оккупации и топил за мир всеми возможными способами. И на самом деле тут нет ничего удивительного, так как в то время Советский Союз чувствовал себя уже не очень уверенно, поэтому стремился подчеркнуть свое участие в создании нового мирового порядка, даже несмотря на свое сотрудничество с Ираком до 90-го года. Кроме того, тогда для СССР было выгодно укреплять взаимоотношения с Западом и защищать свои собственные интересы. Интересы на тот момент были очевидными – предотвратить развал Союза, избежать любых конфликтов и не выйти с международной арены. Так СССР поддержал и бурю в пустыне. Сам он в операции не участвовал, но и препятствовать ей не стал, от слова «совсем». 17 января 1991 года вместе со всемирной поддержкой началась та самая миротворческая операция, которая получила звание крупнейшей со времен Второй мировой войны. В буре в пустыне участвовало более полумиллиона военнослужащих из десятков стран. Первая фаза операции длилась 39 дней и была сконцентрирована исключительно в воздухе.
За 2 дня миротворцами было выполнено почти 5000 боевых вылетов. Такая активность в небе привела к завоеванию другими странами очевидного превосходства над силами Ирака. Когда основные элементы ПВО агрессора были уничтожены, государства переориентировались на ликвидацию войск противника, складов с боеприпасами, ракетных установок и объектов государственного и военного управления. Удивительно, что за время всей операции, а это более 110 тысяч боевых вылетов, союзники Кувейта потеряли всего 75 единиц авиации. Кроме минимальных потерь техники, коалиция поставила еще несколько условных военных рекордов. Против Ирака впервые так массово применялись новые управляемые ракеты, беспилотники и аппараты ночного видения, а это, повторюсь, только 1991 год. После воздушной фазы операции началось сухопутное наступление, которое длилось всего 4 дня. За это время Кувейт был освобожден от иракской армии, которую полностью разгромили за 4 суток. Как итог, многонациональные силы захватили 50 тысяч иракских солдат в плен, уничтожив и захватив около 70% всего рабочего вооружения иракской армии. Как видите, для Ирака операция закончилась не самым лучшим путем. Мирный договор между странами был заключен 28 февраля 1991 года. Он закрепил территориальную целостность кувейтского государства. То есть в итоге Ирак все же признал независимость Кувейта, отказавшись от своих первоначальных идей. Также после поражения страна-агрессора должна была выполнить ряд международных условий и требований. А это вывести свои войска из оккупированного государства, полностью прекратить огонь и уничтожить все запасы химического оружия и баллистических ракет с дальностью более 150 километров. Кроме того, Ирак был обязан выплатить Кувейту компенсацию за военные разрушения и ущерб, а это 52 миллиарда долларов. Плюсом ко всему, Ирак на долгое время был полностью изолирован от всего мира как на политическом, так и на экономическом уровне. Кстати, выплачивать репарации иракцы закончили только в 2022 году. Иракский народ отвечал за свои жестокие действия десятками лет. В 1991 году население Ирака пострадало от операции «Буря в пустыне». Конечно, были и погибшие, и разрушенные дома, и снесенная инфраструктура. Потом до 2003 года Ирак жил под жесткими санкциями. Но это еще далеко не конец, потому что дальше была вторая война, операция «Иракская свобода», свержение режима Саддама Хусейна и его казнь. Только это уже совсем другая история. Если интересно услышать продолжение, то обязательно дайте знать в комментариях. И мне действительно искренне жалко тех людей, которые погибли в Ираке из мирного населения. Но давайте будем честными. Ведь в кувейтцев стрелял не сам Хусейн. Понимаете? Когда один народ устраивает геноцид другому, то есть заведомо совершает преступление, стоит ли удивляться, что прилетает ответка? Никто и никогда не имеет права нарушать законы. Помните это и покажите это видео тем любителям русского мира, которые говорят, что американцы бомбили Ирак. И я хочу поблагодарить всех зрителей за просмотр этого видео. Также напоминаю, что поддержать выпуски и видео вы можете финансово, прямым переводом на PayPal или подпиской на Patreon. Опять-таки, делайте это лишь тогда, когда вам это не сложно. И увидимся в следующем выпуске. Пока.